И что мы сейчас увидим? А увидим мы RAV4, который уже стоит на нагрузке. И сегодня, вполне вероятно, мы его увидим. Он красивенький, красненький. Ух ты, а как-то он туда заезжает? Зачем? Для чего? Что происходит вообще? Вот пришел за эскейпиком. Для того, чтобы эскейпик перепарковать, нужно убрать эту машину, которая не запускается. Вот как работать перегонщиком зимой. Вот ты садишься в холодную машину, она не запускается. Ты идешь искать бустер, ставишь бустер. Даже гидроупоров нет. Привет! Вот пришел я забирать эскейп. Красивенький, синенький, новенький, свеженький. Вах-вах. Должен завестись. Новая штачка все-таки. 700 миль. Где-то кнопка? А, вот она. Вот. Драйв. Ну что, погнали. Ух ты. Ой. Вот так круче. Вот это да. Попогрев включился даже. Блин, подогрев руля нужно. Срочно. Холодный прям, ледяной. Ну вот, перевозчик бы сейчас погнал бы. Ой. Вот так и едем на погрузку контейнера в Новороссийск. Ух ты. Вот, привез я почти эскейп. Вот это место меня так напрягает. Тут так узенько. Как они тут ездят вообще? Так. И сейчас пойдем за инсайтом, потому что эскейп и цивик привезли вчера. Вот. Пускай стоит, греется. Ну, снова здравствуй, Ниссанчик. Снова придется тебя потревожить, потому что мне нужно забрать мой инсайт. Для этого мы сейчас берем эту Altima опять. Ох ты, как она скрижет. Да, о, камера работает, зашибись. Ладно, здесь, в принципе, грунт. Ничего случиться страшного не должно. Она же едет. О, супер. Все, припарковался. Главное, что... Вот что ты? Закрылась, не открывается. Ничего, нормал. Жить будет. Такс. Ой, как он давно стоял. Даже должен завести с полтыка. Чё? Не просто ж так его восстанавливали, правильно? Денежки ж берут за проделанную работу. Так. Вот, все, поехали. Погнали, помчали на погрузку мы с тобою, миленький инсайт. А вот здесь подогрева руля нет, да, кстати. Прикольная фишка. Жаль, ее здесь нет. Ух ты, кто-то Шелби купил еще. А нет, это не Шелби, это крышку сделали под Шелби. Так. Ой, пакетики сзади попросили нас снять, которые болтаются. Сейчас снимем. Не свое, отработали уже. Фух, холодно, плюс 5. Холодно, холодно. Ах, как мне холодно. Ну, да нет. Да не пристегнусь я. Че тут ехать-то? Крейсерская скорость. Ох, хорошо на новой тачке ездить. Жаль, холодно на кожаном сиденье.
грузчики, прицепчики. Ну, пускай работает, греется. Машинка. Вот такая вот машинка у нас. Моторчик, сиденье, который был снят. Она, конечно, не супер-пупер чистенькая. Это колесо с диском, да? Да, с диском. Гибрид, туринг. Хотя, да, протекают пакетики. Давайте-ка мы их уберем уже. Вот такой инсайт сейчас на погрузке у нас в Новороссийск. В машине была вода, но сейчас уже нет. Секреточка, так, два ключика у нас синеньких, и все, собственно, секретов же нет, сервисная книжка, секретов нет, есть секрет. Вот эскейп. Новенький тоже стоит. Давайте-ка мы его спрячем, чтобы его не трогали просто так. Ух ты, что там справа-то было? А, здесь хорошая такая линия, просторненькая. Парктроники спереди, сзади. Вообще супер. Класс. Один ключик, как у Мустанга. Кадачок. Все класс. Руль. И вот вчера погрузчиком, к сожалению, ударили эскейп. Тут рядышком что-то припарковали. Какой-то Lexus. Вот он двигает погрузчиком эскейп, чтобы достать. Хотя он на ходу, можно было бы и проехать так. Вот Civic. Следующий у нас идет на погрузке. Ой, тут фары разбитые лежат. Ой, это он грузит этот Civic. Пойду-ка я отсюда. Ну, вот сказали, что, судя по цвету, ударили погрузчику. По ручке, вот дверь снизу, сверху. И вот эту вот штукенцию. Не сломано, но как-то фиксировать надо теперь. Ну как не сломано? Тут она, видите, намертво стоит, а там отвалится. Ну да. Еще недавно расхваливал покупку, а ее, видите, как бывает. Берешь целую машину, а могут ее повредить даже на зоне погрузки. Да. Вот два ключика. Давайте тоже заведем, прогреем перед погрузкой в контейнер. Да. Че ее двигатель на ходу, не пойму. Ну ладно. Попогрей. Да, печальненько, конечно.
не прогрелся моторчик-то. Да. Грустноватенько теперь как-то. Не знаю, оно будет держаться, нет. Но оно работает. А по поводу двери и ручки сказали, что машина приедет, дверь сделают, выставят счет мне, и транспортная платит ремонт этой двери. Вот такой эскейп, электродверца заднего багажника, двойной выхлоп, машинка прогревается, вот сзади впускное колесо. Справа у нас также пассажирское сиденье на электроприводе. Машинки я перед погрузкой прогреваю. А то они месяц будут плыть без движения. Пускай поработают. Вот также еще один Escape уже в новом кузове. И Honda Insight. Также еще в контейнере идет Honda Civic. Это у нас три целые машины, и Honda Civic имеет повреждение спереди. Не серьезное, не сильное вот состояние у машинки. По кузову, ну, нормальное относительно. Ну, ни хлам, ничего, не прям сильно не вмазано, ничего такого. Черный потолок, кожаные сиденья, XL комплектация, ключик. Ну вот тут такой вот ударчик, ну телевизор, ну сами лонжероны на месте. Даже телевизор передний на месте, но он кривой, его будут менять. Вот к замене капот. Два крыла, фары, бампер нужен, его попросту нет, решетка, ну и радиаторы. Такие вот машинки у нас сегодня на погрузке в Новороссийск. Смотрите, сколько квадроциклов грузят. Целый контейнер из квадроциклов. Вот это да. Все разные. Старые, новые. Понабрали очень много. И грузят их вертикально. Просто друг за дружку. Вот так контейнер. Влезает очень много. Вот еще тут квадриков парочка. Самое последнее, все в самом конце. Да. Я могу выехать серебристый. Выехать могу серебристый. Или без разницы. Дали новый список. Отправляется на погрузку. Первая машина в контейнере. Это Ford Escape 18 года. Сейчас его развернут, возьмут за перед и повезут в контейнер.
можно из коробок повытаскивать, там, наверное, не все такое большое, как коробки. Да, там не все такое, да. Засовывают в эскейп. Капот, по всей видимости. Вот новые квадрики тоже грузят с чемоданом. Хонду какую-то. Ой, тут уже сняли передние колеса. Состояние подвески спереди. Ой, чуть такое. Это влажное. На шрузе. Не знаю, откуда оно взялось. Ух ты, завелся. Ну и вот здесь машинка будет подвешиваться к потолку. И отключится аккумуляторная клемма. Какая ретро-тачка. Muscle car. Вон грузят квадрики. Пока что в один ряд. Один ряд, и сверху всевозможные коробки просто кладутся. Я так понял, вторым рядом сверху они их не грузят. Почти все сюда залезло, да? Да. А, ты придешь, да. Да. Раз коробка, два, три, бампер, нижняя защита, большая коробка, еще какая-то коробка, маленьких две, три. Да, я понял. Осторожно, осторожно, нет. Ага. О, притянулось. Вот здесь коробка, вот эти большие. Вот еще маленькие, ой, всю машину коробками закидали. Вот тут два колеса и железка, радиатор сухой. Oh!
кардан болтыхается. Да, вот это вмазанная Тесла, так вмазанная. Сегодня Теслы грузит. Model Y стоит тут на погрузке. Ой, какая движуха. Ого, на себя наклонил. Ну и все, и да, и фуре надо просто выехать из-под него, по сути. Да, вот и скейп. С номерным знаком из Иллинойса. Он все, ну, действительно, до декабря 2012 года, да, ее кто-то выключил, заглушил. Вот новая машинка. 700 миль. Супер покупка. Супер покупка, да, супер она. Колес будешь снимать? Нет. О, классно. Подгон. Да, да, да. Новая машина. Круто. Подгон клиенту. Смотрите, какой сделали. Да, новая. Вторая машинка на погрузку едет своим ходом в контейнер. С колес сниматься не будет. Просто заедет своим ходом в контейнер и все. То есть ее, по сути, с момента покупки один раз только трогали вилами, когда я ее привез. Хотя нет, я же ее пригнал. Ее вообще ни разу не трогали вилу, эту машину, только на аукционе и все. Да. Такой сервис возможен только когда все контролируется, а так нет. Взяли бы вилами, закинули бы как попал, да и все. Главное быстрее загрузить, чтобы заработать свою денежку и получить следующий контейнер в работу. Так что самое важное в этой работе — это скорость. Вот надо не забыть еще капот. И еще какую-то коробку. Что там, парктроник есть? Нет, мне надо. Он показывает на пол. Он на пол, да? А. Мне надо чуть-чуть. Я понял. Вон загрузили там сверху что-то. А, там тоже, наверное, квадрики, да, просто без колес. Да, да, может просто в багажник. Вон, внизу, внизу. Да, давай одну сюда поставим. Чего? Батарея сзади, да? Да, сзади, в багажнике, да.
крючка, жаль, не придумали никакого цеплять. Одну коробку поклали крючки. Вот обматывают машину пленкой, потому что машина новая, имеет очень маленький пробег, чтобы она не поцарапалась и не повредилась. Топлёно битая Тесла. Топлёно битая. Экс. Интересно, сколько такой экс стоил? И битый, и топлёный. Вот что ли? Выглядит он, конечно, ужасно. Так, вот Цивик. Цивик или Инсайт сначала? Цивик, да? Ух ты, елки-моталки, весело покоцали бампером этим. Лучше бы вообще не бросали. У Hyundai еще такой материал дурацкий. Вон, сервис. Muzi Motors. На 8 тысяч долларов ремонта. А что тут на 8 тысяч долларов делать? Джероны, ну да, погнуло немного. Не, ну 8 тысяч за кону ремонта, да ну, она столько не стоит. Тут даже вот номера нету даже, кстати. Вот забираем еще одну машинку. Новая Honda Insight. Ну как новая, она 20-го. О, кстати, она работает до сих пор. Дымит. Я ее не заглушил.
Кольска на двери, не помню, была, нет. Роскошный целый автомобиль. Третья машинка на погрузку будет подвешиваться кверху. У нас Honda Insight. Квадриками, велосипед даже, диски, колеса. Ну вот тут да, много чего. Да даже еще чего-нибудь влезло бы. Что, есть секретки, да? Я не помню. Ну раз снимали, наверное, есть или нет. Вот в этой штуке, наверное, должны. Да, да. Всегда есть. И тут ее нет. Да, нету. Надо, наверное, разбирать. Это все, что можно найти. Можно. Сейчас я секретки были в итоге в машине. Поэтому благополучно все снято. Машины зафиксированы в контейнере. Смотрите, как со всех сторон растянуты и натянуты. Спереди то же самое. Escape, под escape. Inside сзади. Сзади бублик. Вот такой роскошный у нас автомобиль. Сзади я не помню. Нет, вроде спереди была. А, нет, нет, она вот здесь. Только с другой стороны. Под центральной консолью с другой стороны. Да, тепло, хорошо, все good. Там пластик надо оторвать, и она там. А, ты нашел секрет? Да, я же нашел ее. Она вот здесь лежала. Где? Вот. Вот это... Да, надо как-то там его оторвать. Ну да. Я тоже очень сильно удивился. А как ты нашел ее? Так и она же была не на ходу, надо же было останавливать. А да ты это не было интернета, да? Нет, это же не первый инсайт, который мы чиним. Да, это да, когда первый чинили, себе, узнали. А это получается, ты их грузил до этого без... Ну, я где... никогда не снимал. А, не игру не снимал? Да я, окей, если нет, то что я буду делать? Ну да, да. Если нет аккумулятора в машине, то и снимать... Как Тесла. Ну да. Не снимешь батареи?
хуй знает, где она ездит. Этих новых 20-25. Старых я знаю, да, надо там снимать всю хуйню. А новых я не знаю, где, блядь, новые. Ну да. Там пиздец. По интернету посмотрели, надо сиденье снимать там. То нахуй не ебаться с этими сиденьями. Ну конечно, да. Да, в подстаканнике масло моторное. Видимо, масло меняли в моторе. Я не помню, честно, что делали. Гладенько. Что, хороший инсайт. Контакт. Ой, а с этой стороны сильно лучше, чем там, чем это. Видимо, с дороги что ли съехал, не знаю. Хотя она стояла, раз она спокойно завелась, значит, с ней было все в порядке. Машина отправляется на погрузку в контейнер на Новороссийск.
последняя машинка у нас на сегодня. Honda Civic. Запчасти, на которую грузится вместе с машиной в контейнер. Капот. И капот надо не забыть. Ну, капот мы поставим вдоль. Я понял. Ну, сейчас нитили, чтобы спустить колеса. Нитка, я понял. Спустят колеса, чтобы не снимать. И она останется стоять на колесах. Останется только на стоять колеса. Контейнер подают. Вот делают фотографии перед погрузкой. Просто сейчас загрузят контейнеры, и на этом погрузка будет завершена. Вот обматывают машину пленкой, потому что рядом с ней поставят капот от этой же машины. И чтобы коробкой не поцарапать машину, машину обмотают пленкой.
Последняя машина в контейнере — это Honda Civic, которую оставили на колесах. Будет погружена просто под инсайд, и все, и на этом погрузка будет завершена. Также с вами был Дима, всем спасибо за просмотр. Кто хочет подобный сервис, пишите, обращайтесь, будем рады вам помочь. Это была погрузка на Новороссийск. Вот капот погружен в контейнер, поставили сбоку от машины, оставили прямо в коробке. Ну и все, контейнер сейчас будет запечатан и отвозится в порт.